Борщ в стакане. Заправка для летнего борща. Сейчас еще имбирь сюда. Сельдерейчик уже пошел, морковка пошла. Без лука, правда. Все, коктейль готов. Это мне, чтобы начинать делать мороженое. Вчера пошла жара, мороженое закончилось. А у нас завтра 10 тысяч пассажиров в порту. То есть почалось. О, смотрите, какой цвет красивезный. Так что сейчас восстанавливаем силы. Живое мороженое, живой арбуз. Такие есть маленькие-маленькие косточки. Мы их не выбрасываем, потому что это у нас арбуз малютка, как омера. Так что косточки можно кушать. Главное их нарезать, не знаю, маленькими кубиками. И потом ты в мороженое ощущаешь вкус этой вкусной фрукты. Банановое так делаю. Клубничная. Клубника сейчас дорогая. Не будем изощряться. А арбуз решила добавить. А чё? Манго у меня и сам с кусочками. Сейчас. Видите, сколько кусочков сверху плавает. Клубники много плавает. А арбуза ничего не плавает. Сейчас мы тебе сделаем плавающий арбуз. Так, ну что, хорош? Думаю, что хорош. Будет у нас не арбуз, а арбузище. Много-то как. Аж не помещается. Хорош. Опля. А? Красотень. Кухня меня ждет. Я дурака валяю. Дивиться. Ірина Кібенко, пам'ятаєте, я вам вчора показував, мерседеси перегнали. То я пошуткував. А це Big Boss купив собі, Range Rover новий. А ось це місце, де зйомка йшла тих трьох Гелендвагенів. Контейнери, звісно, переставляють, вони не ті самі, но я узнав по жовтій полосі цій намальованій. Ну а тут що ми? Мили. Ну таке, асфальт вхекали. Бачите, я ж казав колись, як ото в тіктокі кажуть, якщо я і далі буду так хорошо робити, то директор ще й не одну собі нову машину купить. Все, наш бігбос нарядив все саме красиве на себе. Сів у новесенький Range Rover і погнав хвастатися по всіх наших базах. Ну, що не кажіть, скільки б у людини грошей не було, але мужик є мужик. Як купив собі нову машину, це треба тепер, щоб всі побачили. Я теж так буду робити. Я ще той хвалько. Ех, бачив би мій кінтафурік Чайка.
як його Валерка пішов по руках. Тільки що долив літрів 30 антифріза, 15 масла. Він коли на ньому робив, то він тільки нас бачив, кричав: хлопці, провірте всі уровні, помастіть, поміняйте лампочки. А сам ліз у фургон, вічно йому щось треба було. То якась перскалка, то перчатки, то тряпочки, то ще щось, то хамутик, то резинка. От, а тепер все. Кирдик Валерчику буде. Короче, водили нас не перестають тут удивлять. Наш цей чернокожий друг Бабу, водитель з Африки, умудрився так зробити, що в нього закінчилась соляра. Я кажу, в тебе два датчика. Один механічний, другий отакий екран на весь екран перед тобою. Там написано, на скільки часов в тебе є солярки. Я кажу, це ж тобі не мавпа і не слон. Воно на бананах не їздить. Об'ясняй, не об'ясняй. Ні. Ну, ісполняють, як обично. Що ти зробиш? Погодка сьогодні. Срау, кау. Можна здуріти, навіть не рухаючись на місці. Стоять і все. І буде сонячний удар. Коротенький обзор у проблемах современної техніки. Її ж зараз хто придумує? Ті, хто гарно в школі вчився, але ніколи в житті в руках не тримав ні одного ключа. Дивіться. Тут куча міста, да? Тут вообще хоть гопака скачи. А воно фільтр засунуло сюди, поставлю його. Ну візьмите трошки до... Я ж не звідси його не достаю. Не звідси мені неудобно донятися. Тут те саме. Ну зробити це трохи більше. Цю фігню. Щоб я міг до нього добратися з усіх сторін. Інженери, монголоїди. Ну нічого, ми це потім з часом все переробляємо, коли нам треба туди лізти. Ну зараз треба лізти і нема часу з ним гратися. І оце тепер мучишся тут. Все, пожалувався вам, пішов робити далі. Краєшком глаза. Маленьким-маленьким краєшком. Остальне я ту сам закрила, нельзя документи показувати. Ну зараз розкажу. Яке мені слово, що не прикупила спортивне. Поехали. По дороге буду рассказывать. Смотрю. Еще пара тучек появилась. Ну такая смалая, что это ужас. Так, еду. Дитину с работы. Дитину, 40-летнюю дитину с работы забирать. В общем, ребята, приходит сегодня дитина на обед и протягивает мне контракт. А контракт, чтобы вы понимали, выписан 26 июня. Сегодня у нас какое? По-моему, 16-е, на 10 дней раньше. В общем, у Славы в конце месяца. Уже прошло полгода, как Слава работает. Кстати, время как летит. Даже Мерседес, вы скажете. Мы ж такие, знаете, транжиры стали, блин. Я как перестала работать, так мы все где-то ездим и все что-то тратим. Ну, в общем, живем весело, а что делать? Жизнь нынче такая. Ну и в общем получается, что ему в конце месяца должны были сказать, обновляют ему контракт или не обновляют. Тут на полпути, на половине месяца ему уже нарисовали новый контракт до конца года. И в этом контракте написано, до 31 декабря он как бы еще раз продлевается на 6 месяцев, а потом уже никто никуда не должен ездить, потому что потом это уже контракт получается безвременный на, ну, все, на постоянно. Так что вот так вот, чему мы безмерно рады. И кто об этом больше всего позаботился, об этом контракте? Славен любимый Биг Босс. Лука приехал, говорит, он его так хвалил, так хвалил, все хорошо, все нормально. А Слава говорит, тю, блин, он орет вечно, как недорезанный. Я говорю, Слава, это у него профессия такая орать. С закрытым окном очень жарко, а так шум с улицы. Ну ничего,
Говорите, что меня плохо слышно. Ну что, кричать не буду, так что выключаюсь. Вот у нас на горе одна температура, а вот здесь в городе асфальт, жара. 30. Сегодня наделала кучу мороженого. Говорю, Стефания, ты ж смотри, там не все, до воскресенья дай дожить. Что завтра я не смогу делать его. Завтра у нас в баре будет такой наплыв народу. Что-то мы все о работе-то о работе. Завтра Слава поедет получать паспорт с Аленой. На работу он не идет. Ну, а потом где-то меня подхватят. Да, наверное, рванем мы на море все-таки. Смотрю, я еще ни разу не облезла, хотя так было прилично красное. Ну, сейчас уже потемнело. Так что, шкура как у слона, толстая. Ничего страшного. Если, конечно, погода не испортится. Там мне хоть дождь, я могу на море и под дождем купаться. Все равно мокро, да?